представлен стенд кабеля Vandenkool, стенд, который в ближайшем будущем у нас поступит в магазины. Достаточно удобный для размещения большого количества продукции. Сверху представлена практически вся серия кабелей 3TEL. Это единственные пока уникальные в мире кабели, которые сделаны по специальной инновационной технологии. Вот. Ниже представлена продукция в коробках. Это сетевые кабели, кабели больших длин, цифровые кабели. И ниже расположены кабели на катушках, межблоки и акустические кабели. Значит, с этой стороны представлен весь модельный ряд юбилейной серии PMC-20. Значит, колонки в разных вариантах отделки, практически всех, которые присутствуют в модельном ряду. Вся серия, которая была выпущена к юбилею компании PMC, к 20-летию. На сегодняшний день мы ее здесь представляем. Это ламповая продукция Carry. Аппарат CAT-120S черного цвета с замечательными синими глазками. Чуть ниже SLP-98, тоже достаточно приятно светится при приглушенном свете. CD-проигрыватель CD-500. На стене расположены панели для акустической коррекции, акустической обработки помещения. В данном случае это поглотители, которые вот задекорированы деревянными панелями. То есть это еще и дизайнерский элемент помещения, который можно использовать в инсталляционных проектах. Существует множество вариантов отделки: дерево, пластик различных цветов или как модификации. Вот здесь часть из вариантов отделки представлена. Вот это поролоновые панели разных цветов. Можно подобрать под любой интерьер практически. В углу представлены панели, задекорированные деревянными решетками, басовые ловушки для размещения в углах помещений. И на соседней стене панели для рассеивания звуковых волн могут также крепиться на потолок. Акустические системы MB2 XPD от компании BMC представлены в полном своем росте в очень элегантной специальной студийной отделке. Система работает на кабелях Vandenkool с сетевым фильтром Audience, который улучшает качество звучания полностью системы. И подключены колонки к системе на основе усилителей Carry. Требуется для них достаточно большая мощность, поэтому вот под всех этих аппаратов они питаются и CD-проигрывают, собственно.